В здоровом теле здоровый дух. В этом уверено руководство компании «Погода в доме». Специально для сотрудников и их семей внутри фирмы проходит спартакиада. Потому что компания выросла, народу много. И вот такое приобщение к спорту, к здоровому образу жизни, я думаю, было бы здорово. И вот сегодня первый день открытия. Соревновались мужчины и женщины в беге на разные дистанции, прыжках в длину, отжиманиях и в упражнениях на пресс. Компания у нас молодая, активная, развивается. Вот, все спортивные у нас. И мы стремимся в этом русле, чтобы у нас все подтянутые были и все красивые. Спортивные мероприятия в компании проходят регулярно. Сотрудники активно откликаются на такие инициативы и поддерживают их всей семьей. Все занимаемся спортом, да. Только мама у нас немножко танцами занимается, но это тоже спорт. Заряд огромный. Взяли детей. Вот смотрите, детей у нас сколько, ребятишек пришло. Все люди, которые пришли, это сотрудники «Погоды в доме». Заряд радостный. Сегодня воскресенье, смотря на это, люди с радостью пришли и пытают свои силы. Такой соревновательный дух помогает коллегам сплотиться. Активный образ жизни способствует продуктивной работе, повышает иммунитет и положительно сказывается на моральном состоянии сотрудников. Это командное мероприятие, оно очень сильно укрепляет, сплочает нас, как всех сотрудников организации. Очень рада, что выдалась возможность поучаствовать в таком мероприятии. Руководство «Погоды в доме» большое внимание уделяет спорту. Взрослая команда по мини-футболу играет на профессиональном уровне и завоевывает множество наград. Активно работает и детская футбольная школа. Организаторы уверены, что с каждым разом сотрудники компании будут еще активнее откликаться на подобные идеи. Мне бы хотелось, как руководитель этого проекта, намного больше. Но я думаю, все потихонечку, как говорится, вкатятся и будут больше участвовать в этих соревнованиях наших. Соревнования по легкой атлетике – только первый этап спартакиады. Впереди сотрудников «Погоды в доме» ждут командные виды спорта – футбол, баскетбол, шахматы. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда, ТВ.